сорт сверхострого перца. Этот сорт называется Seven Pot Bubblegum Шоколад. Переводится Seven Pot — шоколадная жевательная резинка. Вот такие вот перчики. Этот сорт тоже высокоурожайный, с очень большим количеством перцев. Сорт относится к виду Capsicum chinensis. Это разновидность сверхострых сортов. Высота такого кустика может достигать от метра до 1,20 м. Я ему провел вот тоже обрезочку. Сейчас высота куста где-то в пределах 50 сантиметров. А так была высота, даже мне кажется, чуть выше метра. Такие вот плоды пупырчатые. Созревает вот такого светло-зеленого цвета до шоколадного. Срок созревания такого перца 100-120 дней. Вкус этих плодов сладковатый, с цветочным ароматом. Такие вот они на вид. Имеют продолговатую форму. Куст вот такой вот высоты. Сейчас вот я оторву перчик, покажу его ближе. Не так все просто оторвать. Вот такие вот перчики у нас. Такие вот красавцы. Острота такого перца от 800 тысяч сковелей до 1 миллиона. Вот такие красивые перцы шоколадного цвета. Итак, сейчас взвесим одну перчинку, посмотрим ее вес. Вес перчинки 10 грамм. В основном все сверхострые сорта, они тонкостенные, и вес у них колеблется от 8 грамм до 12-14 грамм. Ну, в среднем где-то в пределах 10 грамм. Сейчас разрежем, посмотрим, как выглядит наша перчинка изнутри. Так вот выглядит наша перчинка. С нее капает капсаицин. Это эфирное масло. Вот так вот. Так выглядит наша перчинка. Внутри она тоже шоколадного цвета. Зеленоватая. Такой сорт начинает завязывать свои плоды где-то в 20-х числах июля. И продолжает завязывать где-то до декабря месяца. Потом у него небольшой перерыв, и сорт начинает снова плодоносить. Такой вот красавец. Такой вот цвет, аромат у него очень сильный. Такая вот стеночка. Стеночка где-то 1,5 мм, наверное, толщиной. От полутора, ну да, где-то 1,5 мм, 1,5-2 мм. Такой вот красивый сорт. Его можно выращивать как в открытом грунте, так в теплицах. Это сорт многолетний, так что можете выращивать у себя его дома. Сорт неприхотлив и высокоурожайный.